главное в жизни – это, конечно, семья. Всем привет! Снимаем шапку. А рецепт счастливой семейной жизни – как рецепт вкусного торта. И как она заставила тебя на себе жениться? У него должно быть крепкое основание – это муж. Как я обожаю эти утро дома, прям уходить не хочется. Кто мою колбасу из холодильника достал? Испортится же! Это уже случилось 3 месяца назад. Настоящая женщина может сделать любого мужчину идеальным. Главное – не переборщить. Жена – это крем, который должен быть нежным, мягким, но не жирным. А если в отношениях что-то не ладится, нужно просто приложить чуть больше стараний. Эй, красавчик! И если вы все сделаете правильно… Готовься. Тебя завтра кое-что ждет. У вас получится крепкая семья. Ты что надел? Ой, доченька, что-то сердце прихватило. Так, ты быстро сейчас в строительный магазин, я в продуктовый. Даже красивее, чем на эскизе. Старались. Привет, а ты где? На посадке. Удар ногой ему, па. Вот что должно тебя успокаивать. Мой новый рецепт. Как изменить мужа. Ингредиенты. Муж. Молодая любовница. Сексуальный бывший. Уходи. Ты без меня нигде не протянешь. Смешать чувства обиды и пару бутылок вина, хорошенько все взболтать и запекать до характерного румянца. Ну сколько ты на своих тортиках заработал? В месяц можно выйти примерно 1000 на 100. Обалдеть! А почему мы раньше это не сделали? ИП Пирогова. Звучит? Твой никчемный муж еще пожалеет.